Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и на своем экране вы видите PUBG Mobile, а именно реально Mobile. Я решил попробовать на Samsung Galaxy S8, как у меня будет это все дело работать. И, конечно же, я решил снять этот ролик, потому что вышел русский язык в PUBG Mobile. Поэтому приятного просмотра, с вами Лего, ну и мы поехали. Поехали, дается за один день, у нас 100 БП. Так, давайте посмотрим, что мы еще можем взять. День пятый, я уже захожу, набираю награды, но, к сожалению, пока не играю. Так, смотрите и чекайте, и узрите PUBG Mobile. Официальный, от официальных разработчиков. То есть, все как и должно быть. Ну что, я думаю, что мы сейчас стартанем. Как говорится, поехали, я думаю, да? Ну, я уже не буду говорить о том, что PUBG вышел на мобильное устройство. Вы и так видели на... Как говорится, на моем канале. Здесь мы можем выбрать Европу, еще какие-то. Пинг почему-то под 300. Далее что? Здесь вы уже меня спрашивали, как типа выбирать отряд и соло. Вот выбираем соло, допустим, все хорошо. В правом нижнем углу есть ивенты, то есть миссии они теперь называются. То есть что вы делаете, что вы собираете, что вы проходите. То есть вот тут, допустим, надо... Ну, то вы что-то выполняете и нажимаете кнопку «Забрать». И вы потихоньку забираете опыт... Опыт, и потом у вас будут открываться ящики. Это ящики даются за вот эту как раз-таки активность. То есть здесь немного по-другому, чем в обычном PUBG. Здесь нужно выполнять миссии, возможно, проходить какие-то события и так далее. То есть... официальный лицензионный PUBG вот такую вот фишку придумал. Далее что? Графику, в принципе, такая же, как на компе. Тот же движок Unreal Engine. Ну и, в общем-то, оптимизирован для большинства устройств. И также говорят, что есть очень мощный античит. Также, если вы выполняете какие-то сезоны, да, вы выигрываете сезоны. Здесь очень круто сделано. Матчи в ранге золота или выше. То есть 5 матчей таких, и вам даются топ-курточку. То есть здесь в этом плане награды очень более серьезно, что ли, проработано. В общем-то, кто хочет скачать PUBG Mobile, ссылки я оставил в описании. Заходите, качайте и играйте. Так, по событиям, что у нас? Завершить 3 матча за день в любом режиме, дружеский отряд, вот разные все события. Но запустил-то я не ради этого, запустил-то я ради вот этого. Смотрите, здесь есть графика, я поставил графика плавно, то есть самую простую, а вот частоту кадра наоборот высоко попробовал сделать. Не знаю, посмотрим, как это все будет работать. Ладно, хватит болтать, русский PUBG, поехали. Сейчас вы, наверное, будете отрываться и угорать надо мной, потому что я играл всего лишь один раз. Я имею в виду на телефоне. Но есть еще новая интересная новость, что теперь, ребята, фишка в том, что PUBG, он теперь... Я имею в виду мобильные устройства PUBG могут играть теперь против мобильных устройств PUBG. А вот эмуляторы будут играть против эмуляторов. Поэтому я и решил снять на телефоне. То есть рачить, я считаю, что будут все, как мне кажется. Но давайте посмотрим. Поехали. Через 30 секунд мы начнем. 100 людей, PUBG Mobile. Ссылки на скачку, еще раз говорю, в описании. Это от официального разработчика игра. Кто не верит, вы можете зайти на Facebook, на их страницу или на Twitter. Собака Play PUBG Mobile. И убедиться, что это Tencent, это они и есть. Я так понимаю. Вот такие дела. Ладно, поехали. Погнали. Интересно, как здесь будут читерить, если на мобилке? На эмуляторе-то ладно, мне пофигу, как бы на эмуляторе можно читерить. А как на мобилке читерят? Что, какие-то есть, получается, эти, да, программы? Ну что, я думаю, садимся на завод, пытаемся здесь всех выиграть. И идем дальше. Так, полетели. Сейчас будет кнопка высадиться, и мы поедем. Я думаю, то, что я графу понизил, мне это очень сильно поможет, потому что в PUBG... Хорошая графа вообще не нужна. Все-таки я думаю, что, ребята, в PUBG Mobile стоит играть на этом, как его, на планшете. Потому что на остальном другом экран маловатый. И целиться, мне кажется, сложно. Но да ладно. И еще хочу спросить, ребята, вот написано, что оптимизировано на много устройств. Напишите, если вы играете в PUBG Mobile и на каком устройстве. Я хочу узнать, на каких слабых устройствах идет PUBG Mobile. Ну, допустим, на S7 кто-нибудь запускал, или на S6, или на iPhone 6 Plus кто-нибудь запускал. Очень интересно. У меня-то нет iPhone, у меня S8
S8 у меня плюс. И понятное дело, что он на моем телефоне-то пойдет. Как бы даже я бы сказал, без каких-либо претензий он у меня должен идти. Так, смотрим, что у нас тут есть. Это обязательно забираем. Это обязательно забираем. Это обязательно забираем. Так, побежали. Жалко, что никакого оружия нету. Чувствую, сейчас меня шкварить будут. Ну давай же что-нибудь найдем. Нет? С косы же мы не будем лупиться, правильно? Так, неужели здесь никого нету? Либо я сейчас забегаю и выигрываю, либо мне хана. А это Скарлетт. Кстати, скины-то сюда еще не добавили. Все, поехали. Дым можно будет покидать. Отлично. Отлично. Это забрали, все, пошли дальше. Так, 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 так. Здесь вроде все нормально. Здесь, кстати, смотрите, какие текстуры ужасные. Типа, в плане, что можно здесь все лутать, и никаких проблем не будет. Коряку, я не знаю, как-то в голову нужно будет попасть. Нужно будет каким-то нереальным профессионалом быть. Идем наверх завода. Ребята, реально, поддержите меня в этом нелегком начинании. PUBG Mobile, если хотите, чтобы выходил чаще, то нужна ваша активность. Пишите тоже в комментарии. Давайте я вам даже задам какую-нибудь интересную тему. Ну вот, во-первых, напишите, какие устройства вы используете. Мне вот вообще интересно, на самом деле. Я читаю комментарии. На каком вы... Но только не гоните, ладно? Только по-настоящему напишите, на каком играете. Будете сейчас Nokia 3310 писать в комментарии, типа на 3310 идет. Понятное дело, я вам не поверю. И просто тонны комментариев придется читать, и они будут неправы. Смотрите, трубы нету. Я не смогу очень быстро спуститься. Так, что еще? Что еще? Хотел спросить. Кстати, добавят ведь скоро пустыню сюда. А если сюда еще и скинчики добавят, в смысле оружия, это вообще классно будет. Что считай, бесплатный PUBG на мобильные телефоны. Почему бы и нет? Почему здесь типов нету? Потому непонятно. Хотя, как бы 94 человека в живых, офигеть. Здорово, братан. Крис Гайтер, у него ник. Крис Гайтер, здорово. Бывает и такое. У него было побольше времени, типа, в меня прицелиться, я считаю. Но что-то как-то он не победил меня. Хотя мог на изи, я считаю. Ну, считай, он встал, прицелился, начал долбить, я его увидел, понял, что мне хана. Так, что у нас тут? У нас тут компенс, у нас тут нормально, по идее, так. Вот это не надо. Мне надо где-то найти эти, как его. Я не знаю, смогу ли я вообще попадать с коряки. Так, это не надо, это надо. Все, поехали. Так. Что там по инвентарю-то? Во, все. Перезарядили, идем дальше. Все-таки был один, да? Внизу тусил. Какой смысл было в Доталово сидеть внизу, что-то я не понял. Кстати, почему-то люди... Вот, я вспомнил, что я хотел спросить-то вас. Мобильные пабгеры, напишите мне, пожалуйста, зачем вы отключаете автолутинг? Я вот это вообще не понимаю. Но это типа же, наоборот, легче. Ты играешь, бегаешь, автолутаешься, и тебе легче играть. Зачем вы его отключаете, типа вручную лутаете? В чем прикол? Вот это я часто видел на своих стримах. Не в PUBG Mobile, а в обычном PUBG. Типа, Лего, ты играешь, а зачем ты, у тебя авто, типа, лут стоит? Я вообще не понял. Мне кажется, с автолутом наоборот легче. Наоборот, никаких проблем нет. Ходишь, лутаешь. Так, осталось, чтобы нас тут зашкварило по зоне. И все. Аптечек у меня дофига, ничего не скажешь. Так, выпьем. Энерготос. Что, прямо у нас по центру? Ну, конечно же, как же еще по-другому-то? Прямо по центру. Кстати, еще что хочу сказать. Когда вы играете на своих телефонах, такой... О-о-о-о. Такой лайфхак, знаете, да? То, что... Убирайте чехол... О, видите, нечаянно задеваю на выстрел. Убирайте чехол нахрен, потому что с чехлом игра...
очень сильно греется, и телефон начинает тупить. Так, ну что, посидим? О, да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Интересно, я потом хочу попробовать поставить в настройках управления углы налево и направо. Давай-давай-давай-давай. О, нормально. А чё, почему так? Почему так? Я вроде как бы... Ну, типа, такого не должно быть. Я думаю, что... Чё, на топовые мобили могут быть зависоны, что ли? Давайте заодно проверим, есть ли реконнект в этой игре. Если есть, то круто. То очень круто. Ну что, телефон не тянет? Говно, Samsung! Не может быть такого, мне кажется. Это, ну, еще он просто так, типа, встал. Это какой-то баг. Так, проверка обновлений. Давай быстрее, впусти нас обратно в игру. Реконнект должен быть в этой игре, я считаю. Все-таки, раз PUBG копируете на мобильный, то давайте покажите, что вы можете. Ну-ка. Загрузка. Так, вступить в бой еще раз. Да, давай. О, красота-то какая. Ну, спасибо вам огромное, что у вас есть реконнект. То есть, если у вас что-то случилось... Еще после взрывов. То есть, взрыв какой-то был и какой-то баг лютый. О, вот это классно. Вот это мне нравится. Это, конечно, плюс. Если что... Ну, да-да-да, я понял. Я понял, что я раковни и стреляю нечаянно. Побежали дальше. Ничто не повредит нашей игре, когда у нас есть реконнект. Мы одного калича-то еле-еле убили. И представляете, что здесь в золотой лиге творится? Задры какие бегают. 188 пинг, это куда бодрее, чем 400-800. Когда мы играли на иероглифах. Слушай, УАЗик-то я определенно возьму, но фишка в том, что есть ли кто-то здесь на этом заводе? Это что, там есть кто-то? Нет, я думал, он палит на УАЗик. Думаю, попробуем пойти посмотреть завод, хотя игра PUBG на мобильное устройство, она вообще не, ну, как бы, я считаю, что по игрокам неадекватная, потому что игроки могут просто сидеть вот здесь, вот даже если зона не бьет, не показывает, они могут там сидеть. Инфа 100, что они так могут делать. Вот просто поверьте мне. Такое может быть в легкую. Я думаю, может какой-нибудь прицел найти или еще что. Кстати, графой на минимум-то поставил, да, и что? Все вроде то же самое. Я не понял даже, что изменилось, по-моему, ничего не изменилось. Вы что, прикалываетесь? Здесь даже никого не было, что ли? Нет, здесь были люди, как я понимаю, да? Потому что по луту ничего нету. Надо срочно подлутаться. А, нет, смотри. Как-то странно. Как-то странно. Что тут? Никого не было. Это что, топовый завод? Вы что, ребят? Вы в мобильном PUBG вообще где тогда лутаетесь-то? В починках, что ли, в домах? И сидите там? 73 человека. Очень долго люди-то этот... Очень люди долго помирают. Вот это да. Вот это неждан. Так, тихо-тихо-тихо, братан. А еще есть кто-нибудь? А еще кто-нибудь есть? Бать, я аж залип. Чё так жестко-то?
А я думал, тут никого нет, а тут какой-то пацик лютый, которого я еле убил. Я даже успел похаваться как-то. Ну что, поехали тогда дальше? Так, что вы у нас тут? Вот это не надо. Это не надо, вот это не надо. Вот ты жесткий. Фух, а я думал, он меня победит. Просто он типа просто так стрелять начал, я сразу испугался. За угол еле зашел. Смотри, мы прямо вообще успеваем. Топовый кар-драйвер, поехали. Минус 2. Непонятно, как я вообще это делаю на мобильном телефоне. Но моя профессия. О, ты аирдроп скинул, что ли? Ну поехали, давай посмотрим, что там есть. Мне интересно. А вдруг гроза какая-нибудь, с которой здесь вообще невозможно будет стрелять? Это будет смешно. Смешно. Представляете, кто-то тоже едет на УАЗике. Катит просто. Просто так же наваливает на УАЗике за аирдропом на мобильном устройстве. Это нормально вообще. Просто бесплатный PUBG. Я в шоке. Просто бесплатный PUBG на мобильное устройство. Я даже не понимаю, что я играю на мобильном устройстве. Я сейчас плюнул на телефон и вижу там типа такой пиксель. Все, убрал пиксель. Да ну нафиг, еще скажи, тут аирдропы будете лутать. А типа где он? А вон он, вижу. Аирдропчик. Только попробуйте мне сказать, что я играю на эмуляторе. Так. Так. Сюда просто может кто-нибудь приехать. И будет неприкольно. ЕБРочка, да? Ну что, поехали? Дальше, что ли? Что я могу сказать? Раз никто не хочет лутать, я полутаю. О! 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 Нифига себе ты! Ты вообще, дядя, откуда появился-то? Дяденька, дяденька, вы откуда? Дядь, вы куда? Вы понимаете, что... Так, подожди, мне надо вот здесь вот одиночные ставить выстрелы, а не авто. Авто, конечно, прикольно. Он типа пошел на меня и пошел, ну, типа, в атаку, да? Нормально, чё? Нормально. Вдруг пошел в атаку. Вдруг бывает только пук. Самое прикольное, что у него какие-то жакеты прикольные. То есть он, ну, не слабый. Он какой-то не слабый. Какой-то не слабый пацан пошел меня убиватеньки делать. Ну окей, окей. Окей. Агрессив игра. Очень странная, конечно, для моей второй игры в жизни на телефоне. А, ты решил вот так вот, да? Кстати, он сюда бежал, бедолага, за аирдропом. Не знаю, был ли смысл. У меня по бустам ничего нету, вот что херово. Поехали, что? Клаксоним? Опа, смотрите. Уже два раза так. Уже второй раз повисло. А почему? Я что-то не понял. Я что-то не понял. Значит, нужно убирать в настройках, где написано было максималку, то, что я поставил, на самую тоже левую. Значит, графоуни не выезжает и... ну, вы понимаете, да? Телефон перегревается, значит. У меня задняя часть крышки-то, она горячая, но не настолько сильно, чтобы прям игра-то вылетала. Что за бред? Заходи давай. Быстрее. Быстрее заходи. Блин, катка-то интересная. Я ведь проверял, играл, дошел до финала в первой катке. Нормально все было. А здесь что-то два раза уже. Может, именно вот эта игра тупанула? У меня сейчас ведь на УАЗике еду. Сейчас меня убьют 100%.
А я-то тоже видел таких людей, которые это, в машине сидят. Думал, что они в тачке сидят, дураки что ли? Они, кажется, вот что, они так же вылетают. Значит, оптимизацию нужно знать. Это не только у меня одного. Я помню, я играл на эмуляторе. Тоже так же было. Я думал, ну эмулятор, ладно, вот у меня будет Samsung какой-нибудь S89, и я буду батей. Да нифига подобного. Странно. Ну ладно. Я попробую в следующей игре. Ребята, поддержите меня, пожалуйста. Давайте наберем 2000 лайков, и я сниму для вас еще катку, но с урезанными графическими параметрами, не как сейчас. У меня там на хардкоре стоит по поводу FPS. Я думал, это мне FPS улучшит. А он, походу, делал игру улучшает. Ну, так-то все плавно, конечно, идет. Но, блин, я из-за этого airdrop профукал. Надо куда-то полутать сходить. Может быть, я что-то нажимаю. Я не знаю, почему так. Напишите, у кого-нибудь так, такое есть, такие проблемы? Есть у кого-нибудь? Вылетает так или нет? Паркур же тут есть? Есть. Ну, как-то странновато, понимаете, да? Что такое может быть? Так, зона сужается. И мы сейчас пойдем. Мне бы как-то до финала дожить. Я как бы, ну, типа, выиграть хочу. Там шкурки дают всякие. Взрыв зону куда-то вообще непонятно куда. Ты еще делаешь? А может я прикрываю что-то пальцем? Нет, вроде нормально все. Так, что у нас тут? Туда, да, отправила? Давайте вот сюда, в наше место любимое. Я люблю это место, которое я сейчас метку поставил. Там домик такой. Оу. Ты чё, бать? Бать, не надо так. Ты же какой-то батя. Они, смотрите, они все в синих уже стали этих ходить. В жакетах. Это не... Ну да. Это не боты стопудово. А чё так это? А чё так слабо ты? Где ваш лут вообще? А, он типа на УАЗе хотел сесть? Ну да. Окей. Смотри, что делать. Так, у меня есть граната. Ты что делаешь, дубина? О! Бать, ты чё? Ты хорош мне УАЗики ломать? Я как бы поиграть хочу. Не надо мне УАЗики ломать. Пришел он сюда. А может быть, вы что-нибудь дадите мне, нет? Ну, типа какую-нибудь пушку. Так, пятерых уже убил каким-то образом. У меня этих бустов нету, а как так-то? Вы чё, батьки, блин? Попутали, что ли? Хуй тут, я только в УАЗик сел, мне как давай шпиговать? Я сразу обиделся. Не, я рили расстроился. Блин, два раза игра вылетела. Это обидно очень. Надеюсь, третий раз она меня не подведет. Потому что я как бы хорошо иду, 5 убийств. 22 в живых. Почему бы и нет, правильно? Правильно. Так, а мы через правый мост поедем. У меня как бы сейчас бензин кончится. А в остальном нормально. У меня, кстати, на эмуляторе тупила игра возле Географоля. А здесь-то на мобильном я не играл. Все равно есть какое-то вот это назад оттягивание. 80 пинг, вот это класс. 80 пинг, это охрененно. Ё-моё. Вот это нормально мне запулили. Вы что творите-то? А чего такие профессионалы? Алло, я еду на ходу, мне с мобильного PUBG с телефона чувак попадает. Это как?
Ни хрена ты красава, братан. Я бы тебе руку пожал бы. Сейчас кто-то мне подкрадется сюда. Чувствую я. Так, назад чуть-чуть отодвинем. Ну что, поехали? Так, надо слушать их. О-о-о, ты серьезно? Какие аэродрапы? Там сейчас через мост идет этот. Это тело, которое по мне стреляло. Нет, что-то не идет. Я туда боюсь даже идти. О, а вот он не боится. На, на. Ё-моё, там нормально. У меня глушитель еще непонятно. Ну, типа непонятно, откуда я стреляю. Фига там зло пошло. На. Ну это практически нереально отсюда попасть. Ё-моё. Вы что творите там? Вот вы жесткие. Вот вы жесткие. Что там происходит вообще? О! До свидания. А где ты тут? В кого стрелял? А, вижу. До свидания. Еще есть? Еще есть типчики? На, вроде с глушителя. С чувством, с толком. Потихоньку. Блин, пальцы, конечно, офигевают. Такие эти киберспортивные темы делать. Там что, камень? Ну давай, давай. Байтят меня, гады, байтят. Где мы его тут ушарашили? Ох ты. Здесь... Да тихо ты, а, блин. Вот это единственный минус, что я задеваю большим пальцем. Ты что, пальцы жирные, телефон маленький. Так, поехали. Жирный палец, Лего, поехали. Тут как бы он... Нормально. Нормально в пятак, нормально в пятак. Это что такое? А, ясно. Что это такое? А, что это такое? Я как будто бы в машину сел. Выйти из нее, выйти. Здесь нет никакой машины. Ты что, дурак? Бать, ну ты че? Бать! Это... Я не понимаю, как это вообще возможно. Бать! Ты куда сел? Объясни мне, пожалуйста. Куда ты сел? В подводную текстуру или в подводные читы? Это изи топ-1 на самом деле было бы в моем исполнении 8 килов и так далее. Ну, что тут куда-то он сел. Интересно, не знаю, куда он сел? В лодку? Какая нахрен карта, Миромар? Вы... Ладно, ладно. Все хорошо. Все хорошо. Проверка обновлений. Да. Самое время проверить обновление. Почему бы не проверить обновление? Почему бы и вправду не проверить мобильное обновление, да? Да уж. Ну давай, пожалуйста, ну.
Ну, какие мобильные обновления ты там собрался проверять? Скажи, пожалуйста, Tencent Games, скажи, пожалуйста, что происходит? Tencent Games, мы хотим поиграть в PUBG и завершить то, что мы... Ну, там меня убили по-любому, я там стою возле воды. Типа, здорово, я возле воды. Но вот сейчас точно было не в графическом движке дело. Проверка обновлений, давай, проверь. Проверь там все, 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 что можешь, проверь. Да-да, ну все, я сейчас по ходу дела... Нет, я в игре, прикиньте. Мне нравится, как быстро загружается PUBG на мобилке. Вот это мне нравится. Давайте, финальный батл. Загружайся, пожалуйста, пожалуйста. Я выжил? А, это как это? Это как? Я что-то не понял. Короче, я где-то плавал. Короче, я где-то плавал, пацаны. Можно перезаходить и полить всю карту. Так, ну 9 человек я убил, это сильно? Это очень сильно. Так, у меня зона, пойду-ка я наверх. В обраточку и наверх. Там вообще сел куда-то возле берега. Сейчас все будут тут так мутить. Так, вот туда бы как-то. На самую верхушку. Ты чё встал-то? Делай рывок. Делай рывок. Фига я как мамонт топаю. Я ни хрена не вижу. Так, ну я вроде зону закрываю. Вроде как. А вроде и закрывать-то некого. Вы что, все в воде, что ли? Или под мостом? Офигенная зона, кстати. На мост. Вообще офигенная. Так. Четыре где-то типа. Сзади меня он не может быть. Они все в воде. Как мне кажется. Или подо мной. Да, они под мостом. Один сдох от игровой зоны. У нас живых двое. А, они все лаганули там. Они там... Я отвечаю, они там все лаганули. Когда вот я к нему подошел, и такая штука была. Нормально. 9 убийств, топ-1. Ну что, ребят, с вами был Лего. Ссылки оставил в описании на PUBG Mobile. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ребят, давайте наберем 2000. И я продолжу играть на мобиле. Всем пока-пока.